Андрей Калашников, сделаю небольшую, так сказать, мини-проповедь, то, чему сам научился, о том и буду говорить. Первое, что я хочу сказать, есть много людей, которые проповедуют благую весть, которые рассказывают истину, я этому рад. Но вопрос, живут ли они вне камеры по заповеди? Могут ли они жить по заповедям истинной и безгрешной праведной жизнью? Вот в чем большой вопрос. Я говорю, что человек грешник, который живет вне заповедей, который не исполняет и не соблюдает их, никогда не может научить другого человека этим заповедям, потому что он сам по ним не живет. Второе. Я тоже, к сожалению, не живу по заповедям, и поэтому заповедям я никого учить не буду. Прежде всего, мне надо самому научиться жить по заповедям. Дальше. Всегда умейте прощать от сердца. Никогда не держите ни на кого зла. Умейте прощать. Прощение облегчит душу. Непрощение, наоборот, будет топить ее изнутри. Больше будет накапливаться в сердце зла. Вы больше будете становиться агрессивнее, всех вокруг ненавидеть и равнять человека под один стереотип. Умейте прощать. Если мы не научимся не прощать, то и Отец нам Небесный наш не простит наших согрешений. Прощайте. Умейте прощать. А возмездие за вас принесет Господь. И самый большой, пожалуй, вопрос. Многие люди ищут свободы. Но в чем заключается их свобода? Кто скажет мне? Напишите в комментариях, если вы будете смотреть это видео, в чем заключается ваша свобода, в чем вы видите свободу. Они видят свободу, например, становятся изгоями, чувствуют свою свободу с природой, единение с природой. Забывая о многом, забывая об истине, живя в самообмане. Другие в деньгах, в третье, в чем-то еще. Но Господь сказал так. Вы освободитесь тогда, когда научитесь любить. Вокруг нас сейчас столько жесткости. Мы живем подобно зверям. Нас чуть за день... Мы чуть ли ядом не плюемся в друг друга. Мы настолько ожесточились. Мы уже не видим ни добра, ничего. Живем подобно животным. Осуетились. И это страшно. Так что умейте прощать и умейте любить. Только когда мы научимся любить, тогда и освободимся. Тогда мы и будем свободными. С вами был Андрей Калашников, Дарт Калашпул. Дай вам Бог здоровья, храни вас Бог, Божьей милости, Божьего благополучия. До свидания.